Всем привет! Это Алексей Прокофьев. Так нормально? Нормально, продолжай. Давай. Всем привет! Это Алексей Прокофьев. Сегодня у нас очередной выход рубрики AP Training, в которой мы рассказываем нюансы удушающих приемов, защиты от них. Ударную технику будем разбирать в будущем. Сейчас пока еще мало разбирали, но в целом будем еще ударную технику разбирать. Позвали опять же снова мы Евгения Михинкина, которому мы сейчас покажем удушающий треугольник через руку. Как правило, человек находится на спине. Мы находимся с какого-то бокового контроля. Да, бокового контроля. Либо получилось так, что мы одна рука у нас выходит сюда, вот, да. Мы заходим за руку. Он очень большой, неудобно. Берем мы сюда, вот, вот здесь вот. И что мы делаем? Евгений большой, мне неудобно, да? Что мы делаем? Забираем руку как можно дальше. Сюда берем на затылок. И сюда пытаемся головой поддать как бы снизу его, со стороны плеча, со спины больше. Вот сюда берем. Есть реально? Просто ты такой большой, неудобно тебе делать. Да, реально. Смотри, что мы делаем, да? Боковой контроль. Боковой контроль. Где-то получилось так, что ну там пошел, человек как-то получилось, засунул, как-то руку начал бить, допустим, локтем или как-то, да, все засунул. Мы берем движение в одно. Как можно, вот так вот хорошо будет. Вот он, на бок очень повернули. Как можно дальше засунули руку. Себе под локоть. Руку на его лоб и здесь головой. Да, и как бы отсюда стараемся, чем ниже, чем вы дальше будете со спины, тем лучше. Со спины, да, даем. И то. Есть, да? Да. Реально есть? Да, есть. И душится, и больно одновременно. Да. Ну вот должно быть душится. Значит, я говорю, физически делать. Когда если вы делаете физически вам больно, значит это больше, ну, не технический, а физический прием. Потому что прием может быть как техническое исполнение, так и физическое исполнение, правильно? Бывает, когда ты заходишь и прям хоп, да, спокойненько, тык, задушил его. Еще раз, вот мы боковой контроль находимся. Допустим, берем там, да, как-то получилось так, что его рука, ну, либо он начал вас бить, там, да, там, отпихивать, да, руку уберете, скидываете руку и пошли как можно дальше ему рукой сюда. Здесь его чуть на полубоке оставили, закрыли руку здесь вот, и пошли здесь давить. Можете еще для точности сесть полностью на живот вот здесь вот, ой, полностью на таз, положить таз снизу и туда снизу, сюда давим. Вот сюда вот. Давай, попробуй ты сделать. Я? Да. Он так в своем крайнем бою соперника задушил, и чемпионом Каганат стал, но говорит, не умею делать прием. Вот сейчас специально для него мы его разбираем, чтобы он его умел делать. Давай. Физика сделал, да. Вот я так ну, делал. Ты серьезно так сделал? Да, вот так вот. Нихера ты сложный прием сделал. Серьезно? Ты так сделал? Да. Слушай, на самом деле ты же так сделал, вот, реально. Да, вот смотри, да, другое исполнение. Вот, ты ляг на боковой контроль, Да, боковой контроль. Лег. Перекинул мою руку, перекидываешь руку по две руки, да, сюда. Потом ты пошел, переходи в сам контроль. На бок очень пошел, мне сразу в одно движение. Закрывайся и делай душающий. Я вот так сделал. Да, вот. Слушай, неплохой на самом деле, тоже. Тут совсем другое исполнение. Ну, наверное. Ну, не наверное, а точно делай еще раз, чтобы люди разобрали. Я был вот здесь. Разве здесь ты был? Да, вот. Да. Я здесь бил, ага. Потом он что-то на бок перевернулся, ага, и так, ага. Я здесь взял. Вот здесь вот, да. И потом ты вот так, ну ты перешел из гарда. Я точно не помню. Из гарда перешел 100%. Я тебе кричал, что ну. А может быть и не из гарда, ну-ка попробуй меня из гарда задушить. Ну он просто, ты его бил, он устал чуть-чуть, да? Я бил, да, он перевернулся, да. И я что-то так взял, ага. И просто вот так взял. Души. Слушай, ну можно, но он надо переходить. На фоне усталости. На фоне усталости. Он вздохнулся. Да, потому что, ну, технически тут можно дышать. Да, технически. Технически не очень, но все равно этот прием может быть. Давай еще. Как тебе? Бокового контроля лучше пробовать, нет? Или как тебе? Бокового контроля еще раз последний раз. Вот мы зашли, перекинул руку, закрылся. Да, закрылся. Подкал локоть. Переходи. Знаешь почему? Потому что у тебя вот здесь плотность большая. Угу. Вот здесь, если ты будешь лежать вот там, вот больше, понял, грудь, да. Да. Ну как хорошо, вот как было хорошо. Ты пошел, когда туда пошел, и ты открыл кисну. Я прижал. А ты так и сделал. Нет, ему очистил. Ты понял? Ты вот туда, вот туда пошел. Силы рук. Тут на самом деле очень много нюансов, которые по видео никогда не понять.
надо обязательно их отрабатывать. Тысячу раз вот говорю, да, всем, что крайне важно приходить в зал тренироваться. Вот, кстати, внизу ссылочка, можете прийти ко мне на тренировочки. Женя Поборос, допустим, Женя сейчас будет готовиться к реваншу за Кагана, да? Немаловажный фактор, закрой гард. Почему сложно человеку, который выше вас, задушить треугольник руками, если он длиннее вас? Я пошел, забираюсь, вот я закрылся хорошо, плотно, и просто Женя от меня выпитывается вверх, да, вот сюда вот. Он просто меня будет тазом выключать, и я не смогу ему плотность дать, Ну ты потому что не хочешь сдавать, ну, Женя, ты берешь и сдаешься раньше времени, хотя ты не будешь сдаваться такой в борьбе. Я же знаю... в борьбе не буду, но сейчас мне было больно. Ну потом такой сразу нытье. Боковой контроль, как вот. Вот это вот сюда. Да? Вот это вот. И вот сюда вот. Вот сюда вот, видишь, вот сюда вот. Если ты плотно ляжешь, тогда вот здесь будет хорошо. Да, да, это тоже... Просто я могу сюда руками. И ты не понял меня, смотри. Вот в том-то и дело, смотри. Ты там не уйдешь, потому что вот он, смотри, куда. Я вот сюда вот убираю, да, вот сюда вот, да. И видишь, я тебя здесь оставляю на том боку. Видишь, на том боку. Здесь вот, если я когда тебя перекидываюсь, я тебе вот отсюда, допустим, вот сюда вот, вот низом. Ну на полубоку останется чуть-чуть больше здесь. Вот сюда вот, чтобы я, видишь, да, вот это вот. Видишь, и тебе не перевернуться. Понял, да? Я туда тебе вставил ногу. Нюансов очень много. Вот видите, мы тут хотели один прием показать, а в принципе разобрали там уже три целых. Да? То есть одна позиция, но три приема. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вдруг вам что-то было непонятно, в комментариях пишите. Попытаемся в следующем видео разобрать еще раз, если вдруг непонятно, что мы делаем, да? Давай. Как бы я сделал треугольник руками? Вот отсюда, да? Пошли. За руку, рука отсюда пошла. Ну, крайне сложный прием. Его сложно делать, его надо делать, постоянно отрабатывать прием. Я постоянно любить этот прием. Пошли, как можно дальше руку засунули. Как можно дальше. Его здесь на боку оставили немножко. Можно ему взять, а вот ногу подставить, чтобы он не перебрался с вами. Или вообще мертвая зона будет. Здесь я уже вздохну, либо вот сюда, хоп. Я плотненько к нему пошел. И если он, чтобы он не крутился, ему делаю сюда. Есть? Все, спасибо, что смотрели до конца. Ставьте лайки, распространяйте видео.